Cloud Money на сегодняшний день лучшая из когда-либо существовавших финансовых систем. Привет, дорогие друзья! Знаю, что ждете мое обращение. Ну что ж, у нас DOS-атака. Надо сказать, что это не первая DOS-атака, но самая мощная за последнее время. Наши программисты сейчас с этим работают, в этом нет ничего страшного. Для тех, кто не разбирается, зайдите, пожалуйста, в Википедию, посмотрите. То есть этому явлению подвергаются практически все и подвергались практически все сайты, даже сайт Пентагона. Вот. Ничего страшного в этом нет, данные от этого никуда не пропадают, украсть от этого ничего никто не сможет. Вот, поэтому в ближайшее время наши программисты восстанавливают сервер, и мы продолжаем работать в полноценном режиме. Значит, о чем это говорит? Это говорит о том, что мы начинаем преодолевать некие точки роста. То есть мы выходим на лидирующие позиции, и, естественно, это не может оставаться незамеченным со стороны остальных участников рынка. Естественно, это вызывает какую-то злость, агрессию, непонимание. Ну вот, как следствие такого рода проявления, которые выражаются в DOS-атаках. Вы должны все быть к этому готовы, понимать, что это неизбежно. Я не исключаю, а даже точно знаю, что через некоторое время начнутся появляться какие-то компроматы, какие-то видеоматериалы, которые естественным образом будут готовиться, потому что, еще раз говорю, недоброжелатели у нас с каждым днем будет становиться дольше. А с учетом того, что мы хотим выйти вообще на новый уровень и по количеству участников, то сегодня мы это можем испытывать там, от наших соседей по рынку, завтра это может быть от там, властей, от кого угодно. Соответственно, знайте, что мы прикладываем все усилия для того, чтобы минимизировать это воздействие. Мы создавались не для того, чтобы рухнуть от какой-то там DOS-атаки. Знаете, что у нас все посчитано, потому что, еще раз вам говорю, наши депозиты, которые мы ввели при старте, они нам позволяют спокойно выдерживать любые просадки в динамике до конца мая. Тот факт, что мы вообще построены таким образом, что у нас нельзя вывести деньги все из системы, говорит о том, что мы можем выдерживать просадку в динамике в течение нескольких месяцев, причем спокойно выдерживать, без всяких проблем, применяя новые и новые способы для там, рекламы, для продвижения и так далее. Поэтому с этой точки зрения, ну, я считаю, что система неуязвима. Поэтому не обращайте внимания на то, что сейчас происходит, знайте, что у нас все под контролем, и будьте счастливы, ведь именно для этого мы создавали нашу систему. До новой встречи. Пока. Cloud Money на сегодняшний день лучшая из когда-либо существовавших финансовых систем.